А мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы. Общественность и средства массовой информации могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем договорились. Вот слева от меня, видите, наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом.